Юсуп Амагомедов – герой нашего следующего сюжета. Молодой специалист, врач-травматолог Славянской ЦРБ. Он не так давно живет в нашем городе. Переехал из Астраханской области ради того, чтобы работать в нашем городе. «В какой бы дом я ни вошел, я войду для пользы больного. Чисто и непорочно я буду проводить свою жизнь и свое искусство». Эту клятву, сочиненную более 2000 лет назад греческим философом и целителем Гиппократом, произносят молодые врачи. Не стал исключением и молодой специалист травматологического отделения Славянской ЦРБ Юсуп Амагомедов. Железные нервы, терпение, выдержка, спокойствие и умение контролировать ситуацию, даже в экстремальных условиях. Пожалуй, это не весь список, которым должен обладать хороший травматолог. Полтора года назад Юсуп Амагомедов переехал с женой и тремя маленькими детьми со Астраханской области ради работы в Славянской ЦРБ и ничуть об этом не пожалел. Работа мне очень сильно нравится, коллектив очень душевный, отзывчивый, всегда, если нужна будет помощь, помогут. Народ как и везде, как сказать, доброжелательный народ. Работаю с утра до ночи. Дежурствами оперируем, как и везде. Работа сложная, нелегкая, постоянно экстренные травмы, ДТП здесь очень часто бывает. Очень часто детей, которые вот лазят по деревьям, падают с деревьев, их привозят. У травматолога в силу профессии должна быть светлая голова, доброе сердце и твердая рука. Также важно уметь сочетать сопереживание и желание помочь с хладнокровием и смелостью. Всеми этими качествами обладает молодой специалист Юсуп Алиевич. Выбор профессии им был сделан еще в старших классах, когда осознанно и целенаправленно он начал готовиться к учебе в медицинском вузе. Поступил я в Астраханскую государственную медицинскую академию. Учился, работал там, жили там 7 лет. И после этого решили приехать в Краснодарский край. Как говорится в народе, коллеги по цеху приняли в свой дружный коллектив Юсупа Амагомедова с радостью и добродушием. Тем более, что здесь всегда рады профессионалам своего дела, таким как герой нашего сюжета. Юсуп Алиевич Амагомедов работает у нас уже второй год. Вот осенью уже будет 2 года. Ну, молодой специалист, пришел со Астраханского медуниверситета. Толковый, грамотный человек. Ну, видно, подготовил, учился не зря. Мы за него очень держимся. Дай бог, что вот такие люди к нам приходят. Когда удается помочь пациенту, когда тяжелый больной идет на поправку, когда видишь радость, надежды и улыбку, в потухшем было взоре человека. Все это приносит большое удовлетворение и чувство радости, признался Юсуп в беседе с нашей съемочной группой. Он твердо решил, что посвятит целую жизнь благороднейшему делу – возвращать здоровье людям. И впереди, он уверен, у него еще многие годы такой работы. Молодой травматолог верит, что они будут удачными, ведь это дело стало смыслом его жизни. Благодаря решению главы района Романа Синеговского привлекать в муниципалитет молодых специалистов, оказывая им помощь в приобретении жилья, кадровая проблема в отрасли здравоохранения постепенно решается. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».